Друзья, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить свежий выпуск, а мы начинаем. Дана Борисова рассказала подписчикам о своих планах. Ведущая выложила видео, в котором откровенно поделилась своими переживаниями. Оказывается, Дана некоторое время откладывала деньги на конкретную цель – сделать пластическую операцию. Артистка не раз уже прибегала к услугам хирургов, но каждый раз реакция на такие вмешательства неоднозначная. Некоторые поклонники уверены, что Борисова попросту уродует себя пластикой. На этот раз ведущая честно призналась, что хотела бы одобрения такого решения от своих поклонников. Она буквально взмолилась о поддержке, написав об этом в описании к видео. Подписчики были готовы одобрить решение Даны сделать себе липосакцию, но мнения разделились. Божественно красивая, молодец. Я бы тоже сделала, если бы была возможность. Это уже болезнь. Не пробовали жить без всяких вмешательств в свой организм? Зачем это все нужно? Не стоит свеч, лучше в спортзал пойдите, я против всех хирургических вмешательств. Осень, много побочек и рисков. Зачем? Вы такая красивая в своем нынешнем теле. Не забудьте поставить лайк нашему видео и до скорых встреч, друзья.